кто знает, что ждет наших героев впереди? Им больше не встречались ни мужчины, ни женщины, ни великовозрастные дети. Нежить изменила все вокруг. Зло окружало их со всех сторон. Но наши герои были вынуждены поспешить. Они искали гробницу. Волшебник был уверен, что она принадлежит основателю Астральной Академии, одному из трех стражей. Возможно, найдя гробницу, они отыскали бы и способ выбраться из Трайна. Где мы? Мы под Астральной Академией. Здесь десятилетиями не ступала нога человека. Ага! Мой меч укажет нам дорогу! За мной! Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в игру под названием... Сука, забыл, блядь. Трайн, конечно же, Трайн. Что сегодня с памятью у меня? Ничего не помню, у меня не работает нихера джойстик. Вот, все, заработал. Ну что же, продолжим искать гробницу и уничтожать орды нежити. Морды нежити. Так, ну ты что, задел, ты посмотри. Оказия произошла у меня с этой серией. Я ее начал записывать. Записал 10 минут, наверное. И понял, что у меня звук-то не записывается. Точнее, он записывается, но... Одна дорожка. Меня слышно, а игру саму нет. Но мы это все поправим. Сейчас мы быстренько пройдем. Я прошел совсем чуть-чуть. Хорошо хоть увидел. Так, захватываем вот эту дичь. Я тут уже все узнал. Сюда натыкаем, насаживаем. Берем рыцаря. Отлично. Сейчас мы заберемся. Блин, я допрыгну. Все хорошо. Ну где следующая морда? Вот следующая морда нежити. Отлично, убили. Рыцарь. Ё, этот самый лучник. Ну ты че? Ну-ка дай-ка я тебя вальну. Оп. Как я его удачно столкнул, а? Все замечательно. Я вроде бы уже наблатыкался. То есть можно спокойно играть. Спокойно все выполнять задания. Перепрыг. Успел? Еще бы. Да, кнопочка. Кнопочка открывания некого такого люка. Прохода в подземелье. Отлично. Ушел. Первый пошел. Хуяк прям в воздухе. А это вот так подбило. Смотри, он ногой зацепился. Все, цепился, куда-то упал. Ну-ка, давайте перепрыгнем. Надо взять опыт. Опа, смотри-ка. А вот этого я не замечал. Ну-ка. Там бутылочка у нас с опытом. Надо как-то, блядь, зацепить. Ой, не так сделал. Надо зацепиться как-то. Ох ты, ёпту. Еще сейчас пизданет. Пиздануло. Но мы взяли бутылку, это меня радует. Значит, выбираем опять рыцаря и идем в бой. Я думаю, сейчас мы где-нибудь наковыряем аптечечку. Вот тут надо, блядь, подпрыгнуть как-то. Не знаю как. А, мы сейчас этой самой, сейчас лучницей запрыгнем. Тактика от бога. Я надеюсь, этот чертило не будет прыгать сюда наверх. Оп, сходу просто, блядь, сходу в бой. Сходу. Надо не забывать еще пользоваться щитом. Так, этот опять тут зацепился. Хорошо. Проверим, что внизу. Не попал мудила, костлявый. Там еще лучник. Еще один лучник. А что тут? Стоп, там еще появился у нас один мечник теперь. О, а вот и жизнь подъехала. Давайте возьмем волшебника нашего, этого самого. Как уж его? Гэндальф идет. Гэндальф синий. Да. О, стоять. Надо нам туда перепрыгнуть. А хотя что мозги пудрю? Сейчас выбираем бабеху. Бабеха-то умеет цепляться за все вот эти вот. Упал? Но не отжался. За все деревянные перекрытие. Надо подтянуться только и прыжок вовремя нажать. А там еще целый этаж. Замечательно. Сундук. Открыть сундук.
Что мы там находим? Амулет роста энергии. Амулет роста энергии. Амулет роста энергии. А где он? А, вот, вот это, наверное. Да, амулет роста энергии. Устанавливает энергию, но только когда персонаж не активен. Ну, энергию нам надо, наверное, все-таки поставить, я думаю, волшебнику. Зачем бабе энергия? Она луком стреляет, рыцарю тоже в хер не тарахтела вся эта энергия. Надо лучника завалить, сволочь такой. Все, готов. Черт, там жизнь, а между прочим, была. Секунду, а как тут нам? Нам надо как-то опустить. А, зачем опускать? Мы просто перепрыгнем. Ее можно вот тут, с этой стороны опустить. Хотя не вижу. Ну ты че? Хотя женщина слабая. Здоровый, здорово. Я вот здорового вольну. Спокойно. Его достаточно просто валить. И все. Да ладно, задел. Ты посмотри, пес какой. Пес шелудивый. Вольнул вот эту здорового и заметил. Слава богу, заметил. Что запись-то у меня не идет. Звук, естественно. Полученная единица опыта. Вон даже ручонка у него. Откуда-то сверху приземлилась. Идем дальше. Есть. Значит, мы тут активировали эту хрень. Контрольную точку. Сейчас берем бутылочку. Бутылочку с опытом. Нам немного осталось. Совсем чуть. О, это сундук. Смотри-ка, еще один. Еще один сундук. Я что-то его и не заметил. Найдена сила титанов для рыцаря. Сила титанов. Что у нас такое сила титанов? Это магия. Так, да, сила титанов. Здоровный ему силы титанов рыцарь способен достичь еще больших высот. Рыцарь может побеждать несколько... подбирать несколько предметов. Что-то там было еще написано. Подбирать несколько предметов. Секунду. Блин, что эта хрень перемещается как быстро? Подбирать небольшие предметы, бросать их. Это уменьшает его скорость передвижения и тратит небольшую часть энергии. Следующий уровень в атаку. Позволяет рыцарю разогнаться и сбить противников с ног. Да ты чё? Хорошо, как нам брать предметы рыцаря? Просто, просто берем предметы, кидаем. Сволочь, попал! А как кидать? Бросить предмет. Левая кнопка мыши. Я просто на джойстике играю. А, вот так, наверное. Как эх ты, не попал, черт возьми. Очень печально. Стоп! Стоп, стоп, стоп. Я туда вот никак не могу залезть. Там ничего нет наверху, интересно знать. Это тут надо все обследовать. Все просто обследовать. Да как ты, блядь, так точно стреляешь-то, хер костлявый. На, я тебя на башку опущу. Да ладно, не попал. А, ладно, а если бабешкой мы сюда запрыгнем? И ничего мы тут не найдем. Ай-яй-яй-яй-яй, дай-ка я его с лука. Просто с лука. Захерачу, сволочь такую. Опыт дали. Берем опять волшебное. Волшебника. А, подожди, так мы сейчас закроем эту хрень, да и все. Делов-то. Вот и все. Опыт взяли, ману взяли. И прыгаем дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас шипы. Шипы, шипы, шипы. Это... конечно, не очень хорошо. Значится, шипа... сейчас мы... О, а мы... Я знаю, как сейчас взять эту хрень. Нет, 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 вот это убери. Женщину. Женщина мой умеет цепляться и прыгать очень высоко. А, тут у нас... Это сам... Да цепись ты. Тут у нас веревка. Веревочка. Ну-ка, давай к веревочку-то мы отрубим. Хорошо. Да ладно, попал на шипы. Это было больно, между прочим. Стоп, 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 стоп. Мы сейчас как-то надо их... Берем... Слушай, у меня такое ощущение, что баба прыгает. Почетче! Повыше! Давай, прыгай. Интересно, мы вот... Вот, сейчас точно... Да бляха-муха, да почему? Давай разгоним. Да не запрыгнет. Ну вот не запрыгнет. Вот давай, вот сейчас вот запрыгнет. Вот.
Не запрыгнула. Погоди. Погоди. Сука. Стой. Что-то я очкую. Шипов. Они, конечно, полностью-то не убивают, но все-таки это очень неприятно. Да почему? Стой, может, я как-то зацепиться могу? Может, я не вижу что-то? Сейчас слепой совсем. Да ничего, надо просто прыгать. А я тут... Да я тут по низу пройду. Какая разница? Вон черепушка уже лезет. Давай, включаем. А мы сейчас здесь запрыгнем. Точно вам говорю. Опа, в полете получил. По своему костлявому хлебалу. Замечательно. Мы сейчас с волшебником передвинем сюда вот эту хрень, насадим. Так. Подпрыгиваем. И бабы сейчас зацепимся. Смотрите, все просто. Нет, не зацепились. Погоди, а вот так. Да почему? Во, зацепились. Ничего себе, ты подпрыгнула. Ёпта. Чуть обратно через эту платформу не перепрыгнула. И мы взяли опыт. Баба очень полезная, когда дело доходит до какого-то зацепа. Так, надо коробочку нам под... Там опыт лежит, между прочим. Там лежит опыт. Нам не надо его провипсти. Желательно его взять. Ёбаный свет. Ох ты, еще разок. Не менее ёбаный свет. Так, ладно. Ну почему? Волшебник, на тебя последняя надежда. Взять опыта. Единицу. Да, твою мать! Пизду. Надо ящиков, конечно, накидать, да и все, он на пол. Ну, нахрен надо. Это очень долго. Я сейчас вот тут перепрыгну. Давай, всю жопу подпалили мы волшебнику тоже. О, ножи в ход пошли. Топоры, точнее. Дайте-ка я возьму рыцаря. У него здоровье-то вроде бы поболее будет. Пробегаем. Замечательно. Две черепушки. Так, одна готова. Защита. Лучше защита — это нападение. Вот, маленько подлечились. Это кто? Это лучник. Бабу надо брать. Оп, получил. Еще разок. Вот, еще жизнь дали. Неплохо. Совсем неплохо. Черепушки с двух сторон. Еще одна. Защита. 30 опыта уже. Замечательно. Да вы что там, блядь? У вас там родит кто-то, что ли? Сколько вас там? Хорош. Подобрано здоровье. Здоровье — это замечательно. Ну-ка, прыгаем на эти. А, они еще и качаются. Вот. О, там еще одно. Еще один бутылек. Тыц. И все ноги переломал. Но нет, это не про нашего рыцаря. Как такое возможно? Рыцарь никогда не ломает ног. По крайней мере, наш. Что мы тут видим? Черепушка. Черепушка. Готово. Блин, вот хреново то, что за некоторых опыт дают, а за некоторых не дают. А как запрыгнуть-то? Погоди, вот, зацепились и все. Оп. Отлично, великолепно просто. Может быть, каким-то другим способом надо было запрыгнуть. Это что, блядь? Мина глубинная, блядь, что? Она взрывается? О, блядь, она убивает. Эх, ёпты. О! Кто-то там посмеялся. Вот, наверное, вот эта морда с рогами. Мне их надо убрать как-то. Они бобо делают. А почему не катаются? Хорошо. Сейчас еще одну уберем. Что-то они нажали вот эти вот три кнопки. Может быть, ворота открылись? Опять же, наверняка. Потому что у нас уже в первой серии было нечто подобное. Рыцарь! Еще одна контрольная точка. Замечательно. Лезут враги. Лезут враги толпами. Блять, надо этого замочарить. Надо замочкануть. Как он точно стреляет-то? Ты посмотри, что делает волк.
позорный. И костлявый. В ноги. Нет, не в ноги. Чуть выше. Чуть выше. Ну, я не буду эту магию брать. Чё тут? А мы туда запрыгнем? Мы, наверное... Стоп. Знаю. Оба-на. Ну, отлично. Сейчас запрыгнем. Нет, не запрыгнем. Нет, не... А чё шипы ты его не убиваешь? Эй, мужик, блин. Давай-ка, вообще великолепно. Секунду. Надо понять. Не, я туда точно не запрыгну. Хотя, может, там еще что-то есть. Крюк может зацепить только на деревянных поверхностях. Но это разве не деревянные поверхности? О, блин, погоди-ка, коробка. Коробочка. Стой, я что-то ее не приметил изначально. Сейчас мы насаживаем коробочку. Бабёшкой. Ёб ты, чуть не задел. Бабёшкой прыгаем сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Выбираем опять нашего Сарумана. А, у него зеленый костюм. Да, я что-то мне померещилось сначала, что синий. Раз, блядь. Черепуха упала просто. Почему? Ну ты мог бы уж не спрыгивать, мужик. Почему? Черепушка. Мне надо на... А, за коробку могу? Могу! Ай-яй-яй-яй. За коробку могу цепануться. Ну и все. А вверх, выше... Не, выше не могу. Надо ее пониже тогда пустить. Сейчас вот так вот ее насадим. И меня пизданет шип... Нет. Шипами не задело. Сундучок. Очередной сундучок. Что мы там нашли? Пузырек энергии. Пузырек энергии. Это у нас вот эта хрень, да? Восстанавливает энергию, потерянную персонажем. Автоматически восстанавливает 30% энергии персонажа, когда она полностью израсходована. Понятно. Значит, банчонка. Что там было еще написано? Ну-ка. Секундочку. Перезаряжается на каждой новой контрольной точке. Вот. Теперь все ясно и понятно. Давайте-ка мы вот сюда сейчас... Я, наверное, не допрыгну. Не, допрыгну. Все хорошо. Черепушки лезут. Берем наш меч-кладенец. Слушайте, я не знаю, всех надо убивать или можно не убивать? Ну, хотя, желательно, наверное, все-таки их убивать всех. Потому что за них опыта дают. А вот, я полагаю, тут штука нужная. Раз, подобрали. Единичка опыта. Ну-ка, мужик, давай-ка обратно. Стоп, тут что у нас внизу есть? А внизу у нас ничего нет. Попахивает наебалом. Попахивает наебалом чистой воды. Хорошо, ну-ка я сразу возьму лучницу. Ух, твою мать. Тихо, куда ты поехала? Куда? Вот так надо. Смотрите, а там это самое. Ну-ка, подай. Я вон там баночку вижу. Баночка, нам надо разбить. Стой. Блядь, нахер я перед это самое. Волшебник это включил. Включил волшебника, все, можно что ли, типа? Так, секунду, я дотянусь? Не дотянусь, надо еще подпрыгнуть. Да, ёб твою мать. Да нет, 100% можно дотянуться. 200 даже. Надо просто... Нет, да ладно. Ну как так-то? Да чтоб тебя. А может, баба может разбить? Я просто очкую сейчас. Ну зачем ты так сделал? Сука! 100% можно дотянуться. 200 даже процентов. Надо не очковать. Вот так, блять, пизду нахуй. А луком? А луком если... Не, луком вроде бы не разбиваются эти платформочки. Блин, мы очень времени много потеряем, если я сейчас буду скакать.
Хотя есть идея. Есть идея. Да блять, нахер я переключаю? Это случайно вот получается. Просто случайно. На, сука! На, получи, вражина! Получилось. Я, по-моему, правда, урон схлопотал. Ну и хуй с ним. Не страшно. Сейчас найдем где-нибудь аптечку и все восстановим. Это что за хромая? Смотрите, это типа гробница. Верно. Это гробница стража. Здесь повсюду надписи всякие. Мне нужно время, чтобы их перевести. Это гроб... Что такое? Читая надписи, волшебник узнавал все больше легенд об артефактах. Некогда было трое стражей, каждый из которых охранял свой артефакт. Трайн был артефактом души и справедливости, катализатором сил добра, который незаметно помогал воспитывать добрых молодых волшебников в Астральной Академии. Два других артефакта упоминались лишь парой слов. Второй артефакт, связанный с разумом и могуществом, хранился в огромном замке в центре королевства. Волшебник не вполне понимал все, о чем рассказывали надписи. Некоторые отрывки текста не сохранились. Но этого было достаточно. Их целью был замок, хранилище второго артефакта. Зловещие звуки эхом разносились по просторам. Между героями и замком лежали широкие пустоши, кладбище драконов. Звучит заманчиво. Кладбище драконов. Поехали! Теперь я понимаю. Наши души сплелись в этом артефакте, и наши физические сущности всего лишь отражение нашей души. Я от всех этих драк хочу кушать. Почему ты меня не слушаешь? Это же удивительно. Нам нужно поторопиться в замок. Вот этим путем? Через кладбище драконов? То есть мы пойдем туда, где вместо мелких костей лежат большие. А если они оживут? Это кратчайший путь к замку, красавица. Поверь мне. Какой ты странный волшебник-то. Мы это поняли еще в первой серии, что тут как... Ой, что я делаю? Хо, и так можно тоже. Да, блядь, застряло. Мы это поняли еще в первой серии. Свою мать, я сейчас его не подберу, что ли? На тебя врыло за это. Как так? Как так? Ах ты, сволочь, задел еще. Да почему ты не цепляешься? Почему? Стоп! Стоп, я постоянно забываю об этом фокусе. Этот фокус нас не раз спасал уже. Сейчас, сейчас. В какой-то сущности все три души у нас... находится. Давай. А он только это понял. Ты прям, блядь, догада. Хорошо, опыт получили. Опыт получили. Так как это хрень ездящая. Но там еще глубинная мина. Вон ездит. Ой-ой, чуть не упал. Так. Что такое? Почему? А почему я не могу забрать? Да не сюда. Хотя можно и сюда. Тут платформа ездит. Сейчас заберемся. Вот так вот, по-хитрому. Ну, просто хитрюги. А я попаду отсюда, интересно знать. Попадаю, смотри-ка. Я более точный, чем он. Давай, я тебе сейчас в упор прям. Чтобы не больно было. Готов. Магия нам пока не нужна. Там сердечко, правда. Сердечко тоже. Да, блин, правый мазал. Черт. Четыре черепушки. Сейчас сверху размочим. Хотя бы парочку. Хотя бы парочку. Оба, готов. Сверху вниз. Как бомбами шму... Нет, тут уже не катит. А как ты так повернулся? Скажи мне, пожалуйста. Ты отыкнул... А, ты направление можешь задавать стиком. Ничего себе. Вот это ну... Так, твою мать. Где у нас? Где у нас могучий джедай? Давай, прыгай, скотина. Замечательно, не сдох. Не сдох, а вон там что-то есть. Да, слушайте, там какая-то разрушаемая зона. Здесь шипы. Здесь нужен волшебник или... Там хотя бы он... То ли...
блять, башку поднимаю, чтобы повыше посмотреть. Ну-ка, женщину выберем. Нет, женщина тут не катит. Зажгли мы чекпоинт. Волшебник. Сейчас насадим коробочку на шипы. Вот. И все у нас получится. Все будет великолепно. В лучшем виде все сделаем. Там банки, кстати. У меня новый уровень. Стоп, секунду. Новый уровень, мать его. Одно очко, одно очко. Волшебник способен создавать особые магические ящики. Особые магические ящики. Что, блядь? А, цена трешка. Три. Нам не хватает. Нам не хватает. Лук. Следующий уровень позволит выпускать из лука сразу две стрелы. Как раз у нас два очка. Давайте сделаем. Будем по две стрелы херачить. За один удар. Удар, как я понимаю. Одно очко у рыцаря. Цена 2. Следующий уровень в атаку позволяет рыцарю разогнаться и сбить противников с ног. Это нам не... А, это как раз я читал. А это 3 очка. У рыцаря есть 5% шанс нанести критический удар, вызвав тройные повреждения. Тоже не хватает. Хорошо. Женщина. Ну-ка, давайте посмотрим. О, в натуре 2 стрелы. Хорошо. Там, кстати, чекпоинт еще один есть. Вот, я на это и надеялся. Что... Сундук, смотри-ка. Сундук. 3 опыта. Что в сундуке? Сундучок. Гамаши. Гамаши — это портки? Да, портки. Или обувь, или так называется. Нет, ну тут на картинке портки, штаны нарисованы. Гамаши увеличивают... Что там увеличивают? Уменьшают урон от попадания по ногам. Увеличивают защиту персонажа. Знаете, мы что сделаем? Мы, наверное, штаны поставим рыцарю. Потому что баба сражается на расстоянии. По большому счету, они не нужны. Волшебнику они вообще не нужны, потому что у него нет никакого оружия. В принципе. А вот мужику будут они впору, я так полагаю. Вот эту хрень можно подвинуть. Давайте это и сделаем. Он так... Да, смотрите, вместе со мной двигает. Молодец какой. Там что-то еще. Стоп. Да, еще одна. Ну-ка, двойная. Двойной удар, как у Ван Дамма. Сдох. Сдох, тварь. И опыт мы взяли, все взяли, и жизнь взяли, замечательно. Ух ты ж, тварь какая. Вот ты, сука. Секунду. Давайте я возьму нашего бойца. А там внизу ничего у нас нету? Нет, наверное, все-таки ничего нет. Слушайте, меня сейчас замочалят. Замочалят. Там... Нет, тут, наверное, тоже пола нету. Выбираем женщину. Секунду, не та кнопочка. Женщина прыгает сюда. Отлично, там еще вон одна банчонка. Ох, твою мать. Да ладно. Женщина сдохла. А как быть? Сменить персонажа. Ё-моё. А у нас контроль... Вернуться... К последней контрольной точке. Давайте возвратимся. Вот же она здесь прям. Ну-ка. И черепушки не позвали, не появляются. Первый раз сдохли, между прочим. Первый раз. Ну, все когда-то первый раз. А как же взять? А, вот там вот сверху мы сейчас подпрыгнем и возьмем. Ну, замечательно. Все. Невнимательность. Невнимательность просто. Еще одна контрольная точка. Я вижу черепушку там. Ну, каков удар будет? Сдох! Долетит у нас опыт-то? Так, зажгли. Яйцо, блядь. Смотри, кстати. Яйцо дракошки, наверное. Здесь же долина драконов. И еще сундук. Сегодня, блядь, просто праздник какой-то. Откроем. Откроем, что там. Так, звери появляются. Заклинание доски. Заклинание доски. О, блядь, смотри-ка, эти со щитами. Да ты чё? Подожди-ка, ну-ка. Да как ты задел-то, сволочь? Ну-ка, надо как-то момент, что ли, вы... Или сзади его надо бить. Сзади сейчас его забьем. Давай, сволочь, прыгай. И тут же сдохнешь. Получил по рогам. Это что за шипито, блядь? Цирк приехал.
в долину драконов. А что такое? Ну-ка, что за... Где? Вот. Это? Волшебник способен создавать волшебные доски размером... Размер доски можно... Ну, ёб твою мать, опять эта хрень. И главное, ее никак нельзя остановить. Размер доски можно задать в процессе создания. Заклинание отнимает часть энергии волшебника. Вначале волшебник может создавать в мире только одну доску. Следующий уровень позволяет волшебнику создавать две доски, существующие одновременно. Я, честно сказать, нихера не понял, что тут за доски нам создавать. Но тут уже гниды. А, блядь, не допрыгнул. Допрыгнул, повезло. Мимо! Слушайте, это серьезный вот этот уже скелет. Он попадает с болота. Он попадает. А как мне туда? Так, ну мы сейчас с бабой-то, наверное, перепрыгнем. Хуя... Эх, блядь, не... Ё-моё. Не перепрыгнули. Погоди. Секунду. Что за доски он может создавать? Ну-ка... А, вон, нарисуйте линию. Левый... Нарисуйте линию. Какой хуй? Нарисуйте линию. Ладно, ну нарисовали. Доска, смотри. Ёб твою, смотри-ка, точно. Вот что он, типа. Вот что он за доски-то может создавать. Ничего себе. Ладно. Будем знать. А вот здесь я, наверное, тоже могу создать доску, да? Давай-ка создадим. Нет, не создали? Что, блядь, доски кончились, что ли? Да, смотрите, круто. И сюда, наверное, могу создать. Сейчас пройдем поверху просто. Не, здесь уже что-то на... не создается. А почему? Может, короткая? Да почему? Чуть-чуть не хватает ведь. Давай. Во! Получилось. Получилось. Секунду, мужик. А там внизу, интересно, что-нибудь есть? Там ведь по-любому что-то есть. А мы могли это пропустить. А? А мы могли какой-нибудь... Ёбаный свет. Тут шипы только что. Стоп. Там за колесом что-то лежит. Зелененький, по-моему, это опыт. Но! А как туда забраться? Я сейчас все жизни просру просто-напросто. Что-то нужно сделать. Здесь пройти? Нет, она здесь не пройдет. А может быть, доску создать, вот тут пройти? Ну-ка, давай попробуем. Так, доска есть. Доска есть. Да я не могу пройти. А, вот, могу. Смотри-ка. Сколько-то опыта дали. Это замечательно. Нет, доски вообще полезная вещь. Доски тащат. Мы, конечно, вот тут уже, наверное, не перепрыгнем. Нет, прыгаем. Еще прыгаем. Да почему? Тут же столбы! Я думал, если столб здесь воткнут, значит и пол должен быть. Нет. Нет. Давайте тут тогда пройдем. А это что такое? А, это каруселька. Карусел! Кто успел, тот присел. Секунду. Нам надо наверх. Бляха-муха. Ёб твою. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Ой, я убил волшебника. Стоп! Вернуться в последний контроль. Мы что-то подыхать стали? Что-то стали подыхать. А, ё-моё, я не могу. Стоп, а бабу-то я сейчас убью. И бабу-то убью. Ну ладно, мы там опыт взяли, он, наверное, засчитывается. Да, все. Все засчиталось. Как бы. Сюда. Сюда. Нам надо вот туда. А туда мы можем запрыгнуть только бабёшкой. Хорош. Ха-ха-ха, мудак, блядь. Давайте-ка мы этим стрелочником. Стрелочника уничтожим просто на корню. А может и вот этого снизу захерачить? Готов! Прибило прям! Там нету ничего у нас. Вроде бы нету. Опыт нам не нужен. Вон еще один. Кстати, стоит спиной как раз. Ну, подло. Подло, убьем его. В спину. Ну что-то от них я... Там сундук.
Но что-то я от них честности-то не вижу тоже. Здесь мы не допрыгнем. А если так? А вот так, наверное, допрыгнем. Нет, не допрыгнем. Так, так, а как же нам допрыгнуть? А я знаю. А я знаю, это же карусель. Это же карусель, Кто успел, тот присел. Мы ее отпускаем, выбираем бабу. Бляха-муха, не... да ладно. Я думал, идея провалилась. Ах, твою мать! Стой, 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 стой. Идея хороша. Идея хороша, черт возьми. Давай, запрыгни! Допрыгнула, молодец. Открываем. Сундучок. Бутылка яда. Бутылка яда. Глянем у нас, что такое бутылка яда. Позволяет воровке или рыцарю смазывать стрелы или меч ядом. Не работает с огненными стрелами и пламенным мечом. Увеличивает урон обычного меча и обычных стрел. Слушайте, давайте мужику поставим его. Эту бутылку яда. У нас... Хотя у нас ни стрел, ни пламенных мечей. Ничего этого нету. Давайте, мужики, у меня ядовитый меч. Хотя не знаю, как вам... Как на вас он будет действовать. На костях. Хорошо. Внизу? Внизу ничего нету вроде бы. Спокойно, спокойно. Опа! Знаю, что делать. Знаю, сейчас мы возьмем. Взяли. Замечательно. Мудак. Со щитом. Давай, бей. Отлично, мимо. Да, блядь, попал, сука. Попал. Опыт взяли. Опыт взяли. А вот здесь, наверное, надо точно нам, волшебникам, ящик-то здоровый вот этот взять. Да как прибить его к стенке-то? Ну-ка. Держится, даже держится. Удивительно. Удивительно рядом. Ну-ка, бабёшку возьмем. Да ладно, почему ты не цепляешь? Ну, опа, зацепил. Там что такое у нас? Еще наверху что-то есть? Да, смотрите-ка. Тут даже бутылка с опытом виднеется. Готово. А, я, наверное, зря коробку-то цеплял. Мы сейчас вот эту херню... Вот, и все, и перепрыгнем. Подвинем, перепрыгнем, все просто. Кстати, это доска. И, по-моему, моя. Откуда она тут взялась? Этот мудак, блядь, не уймется. Ну, сдох ведь, сдох. Дебила кусок. Костлявый мудачина. Давай, подохни. Все, что ли? Сдох. Нет, не сдох. Мало, мало чувачку. Ну, теперь подох. Теперь подох. Контрольная точка. Замечательно. Замечательно. Там внизу наверняка что-нибудь, наверное, есть. Весы. Стоп. Давай попробуем. Пройдемся здесь. Ёпта, чуть не задел. Пройдемся здесь, посмотрим. А как тебе двойная? Как тебе двойная стрела? Да, блин, чуть не задел опять. Тут вот лесенка. По-любому уж можно залезть. Нахера нам надо залезать? Сейчас запрыгнем. Хоп. Блин, ну... А. Там бутылки, слушайте. А я зацеп... Я не зацеплюсь за них. Почему? А почему? Давай цепляйся. Стоп, стоп, стоп. Нам как-то надо по-любому зацепиться. По-любому, А я сейчас вот сюда запрыгну, смотрите-ка. Раз. Отлично. И тут две. И там еще одна. И еще одна. Сколько же их тут? Прям какой-то... Склад. Склад бутылок. Вопрос в другом. Как обратно? Вот так вот. Ну, что ты не цепляешься-то? Женщина. У меня не получается. О, получилось. Получилось. Ну-ка, пробежим вперед. Там еще одна контрольная точка и черепушки. Две причем. Две. Две сволочных черепушки. Ну, сдохни. Оп. Они, интересно, друг другу могут зарубить? Мы бы сейчас сделали тот же самый фокус, что и в Робокопе третьем. Отошли от них. А они бы себе бошки поотрубали. Ладно, я спущусь тебе, чтобы побыстрее тебя зарубить, сволота. Да сколько вас много?
Мимо! Отлично. Подобрано здоровье. У нас у бабы полное, да. Полное здоровье, замечательно. Контрольная точка. Качельки. Дайте я возьму женщину на всякий случай. Эх ты, а что как высоко-то? Подожди, подожди. А я могу зацепиться? Нет, не могу. Вот, надо на ребро. Отлично, получилось. Преодолев пустоши кладбища драконов, наши герои продолжили свой путь. Волшебник погрузился в чтение записей о стражах. Когда-то было три артефакта. Один для души и справедливости, один для разума и могущества и один для тела и сущности. Эти вечные предметы поддерживали баланс добра и зла в мире. Когда мир был в гармонии, артефакты были отданы трем стражам, хранившим их долгие века. Стражи защитили артефакты мощными заклинаниями, которые позволяли приблизиться лишь людям, чьи помыслы были чисты. Со временем стражи исчезли, и остались лишь заклинания. Я уверен, что это именно Траен позволяет нам воскрешать наши физические оболочки. Траен. Ну ладно, чего, давайте на сегодня закончим. Сколько мы сегодня? Два уровня прошли? Или один? Нет, два вроде бы. Ну и ладно, на этом, как говорится, остановимся. Все, с вами был Малдор. До новых встреч. Всем пока.